Здорово, парни! Специально для группы ВКонтакте «Я люблю спорт» снимается это видео. И тема сегодняшней видеотренировки – кантовка колеса. Берем колесо, пару булыжников, докатываем колесо до места, откуда начнем кантовать. Кантуем без помощи коленей. Для мужчин оптимально кантовать 200-килограммовое колесо. Для женщин подойдет 150-килограммовое. Выполняется 3-4 подхода с перерывами в 90 секунд. По 12 движений, кантовочных движений. После того, как докантовали ваше колесо, до пункта назначения можете позволить себе пожонглировать булыжниками. Рекомендую. Отличное упражнение для развития силы. Ставьте лайк и рассказывайте друзьям, если вам понравилась эта тренировка. Заходите в группу ВКонтакте «Я люблю спорт». Там еще много чего интересного. И на мой канал «Доктор Смирнов». Пока. Было приятно для вас работать.